Привет, друзья! Я надеюсь, вам нравится постоянно все больше и больше понимать, как устроен мир. И сегодня я хотел вынести на рассуждение, вот вашему вниманию, представить такую штуку, как для чего нужны хоры и оркестры, какую роль они несут для страны, почему обязательно существуют какие-то большие национальные хоры, национальные какие-то оркестры, и везде в каких-то регионах есть свои оркестры. И кроме того, это также будет касаться и побед в футболе, и это будет касаться даже таких неочевидных видов спорта, как синхронное плавание. Есть определенная роль для общества, которую это несет. Это не очевидно каждому прохожему, но желательно это знать, чтобы понимать, как вещи устроены в жизни. Так вот, ребят, я несколько раз делал видео про то, как работают системы, и про то, как работают системы, составленные из людей. Про то, что такое синергия. Я приводил пример, что простые запчасти, которые сложены в гараже, не могут делать то же самое, что делает автомобиль. Хотя автомобиль является этими же самыми запчастями, только сложенными в определенном порядке. Вот когда они сложены в определенном порядке, у автомобиля появляется огромная куча полезных функций. Он защищает от солнца, он греет, спасает от холода, он везет, он выполняет какую-то полезную работу, может что-то протаранить, может что-то выдернуть, может там даже GPS-навигация какая-то работает, там компьютер подключен, прикуриватель, понимаете? А разобрать это все на составляющие, это просто железки. Точно так же с людьми, тоже много раз я объяснял, что каждый человек по отдельности не может пойти и завалить мамонта. А вместе люди, собравшись, это система, у которой появляется гораздо больше возможностей. И они идут и просто убивают кого угодно, мамонта. А потом, пожалуйста, спустя какое-то время поднимают летательные аппараты в воздух. А потом космические корабли запускают на орбиту. И как минимум один из них покинул вообще Солнечную систему. То есть, ну, он уже ни на какую не на орбиту, а вообще далеко улетел. Да? Все это мы можем делать сообща. Но при разной степени воспитания, при разной степени организации существуют разные возможности создавать команды разного качества. И хочу обратить ваше внимание вот на что. Если вам понадобится суперпрочная керамическая пластинка на зуб. Ну, вернее, не одна пластинка на один зуб, а вы захотите себе голливудскую улыбку, и вам нужно будет индивидуально для вас, за это, конечно, очень дорого, заказать виниловые керамические тоненькие, но сверхпрочные, супер, там, из такого состава, там, супер плотные, супер гладкие, вот такие вот керамические пластинки. Вы узнаете, что заказывать их будут в Германии. Практически всегда это будут немецкие. Потому что, когда нужно действительно качество, чтобы на стоматологическую клинику не подали в суд через полгода, что все потрескалось, что все отлетело, когда оно нужно супер-супер крутое, супер невероятного качества, почему-то оказывается, что мы не можем просто взять и сделать такие штуки. Нужно их заказывать в Германии. Почему? Почему? Знаете, вспоминается еще анекдот эпохи там, начала 90-х, конец 80-х, начало 90-х, когда говорят, вот вы не верите в существование ауры, а как объяснить, что японская девочка разбивает рукой кирпич? Ну, там какая-то определенная, типа японская девочка, какая-то особенная. И говорят, ну понятно, кирпич-то отечественный, а девочка японская. Ну, то есть, к тому, да, что японские товары гораздо-гораздо лучше. А почему они лучше? Почему лучше? И знаете, я когда-то тоже был шокирован, когда стали в моду входить у молодежи скутеры. И они стали покупать эти скутеры, 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 скутеры. А потом я увидел одного человека со скутером, ну, немножко таким необычным. Я спросил, а что это за скутер, где ты его брал? Он говорит, это скутер Honda. Японский скутер Honda. И я брал его 25 лет назад. Говорю, и ты ездишь на нем на работу? Он говорит, и я езжу на нем на работу 25 лет. И все. Я не разбивал его, да? Но я езжу, и все хорошо. И вот вопрос, а почему так?
А почему мы не делаем вот просто скутер, который 25 лет возит? Ой, там дороги ровней, но нет, не сможете вы списать это на одни лишь дороги. Почему в Швейцарии делают такие вот замечательные часы, а у нас не делают? И понимаете, ответ в одном и том же. У общества в силу различного воспитания и образования существует различная степень организации и различная предельная степень организации. То есть, когда нужно делать что-то очень-очень сложное, супер особенное, что-то невероятно такое вот очень ответственное, это требует очень высокой степени организации. И вот у кого-то она есть, а у кого-то ее нет. И кто-то может в спешке возразить, ну мы же запускаем космические корабли, а немцы и японцы не запускают. Но, ребят, это не одно и то же, потому что когда нужно создавать виниловую пластинку, все, почему-то сбиваюсь, не могу ее выговорить, виниловую пластинку, да, керамическую, то материал для нее, он в принципе в земной коре очень много где присутствует, его можно взять и там дальше уже с ним работать. А вот космический корабль, нужно такое громадное количество разных ресурсов, оборудования, там огромное количество циклов, и маленькая страна, одна внутри себя, она не может с этим справиться, потому что даже Северная Корея, которая там, получила, ну, там, имеет возможность теперь доставлять ядерное оружие куда-то очень далеко, все равно им пришлось, там это все предположительно, но вроде бы как из Украины есть след, что там им носители поставили, ну как-то там хитро-мудро это все, там деньги, я не знаю, как это все решалось, но не может одна малюсенькая страна все вопросы решать внутри себя. Все технологии, все ресурсы, все полезные ископаемые, чтобы вот, ну знаете, княжество Лихтенштейн, мол, организовалось очень хитро и запускает космические корабли, все-таки не получится. То есть у большой страны с большими ресурсами, возможностями, площадями, разными зонами, природными, у нее это лучше будет получаться. Так вот, когда речь касается более маленьких вопросов, в которых каждая страна может конкурировать, то получается, что, пожалуйста, в Германии делается, а у нас есть отдельные люди, которые способны как-то так, но вот массово, вот, не знаю, чтобы возникали такие фирмы, которые и это делают такое, и это делают такое на самом лучшем мировом уровне. Вот нет, у них лучшая степень организации. И тут же вспоминается одна история, которую мне человек рассказывал, как в Санкт-Петербурге, по-моему, когда-то там в какие-то годы, вот после перестроечной, вот там тоже где-то, может, в начале 90-х, какая-то немецкая компания открыла свой филиал по производству обуви. Какая-то крутая немецкая обувь, какая-то заслуженная марка. Сам я этого не видел. Может, это просто байка какая-то, может, она 100 раз пересказанная. Но, допустим, предположим, что это была правда. Что они открыли этот филиал, и качество было гораздо хуже, чем у них принято. Они озадачились. Типа, мы же все стандарты выверили, мы же там технологический процесс описали, все в чертежах, все там научили людей, там все поставили. Нет, не получается. Приехали проверять, там, смотреть. Да, все нарушается. Все нарушается, и в конце ОТК, отдел технического контроля. Он проверял эту продукцию специально, халатно и специально там, с подкрученными какими-то там, так сказать, регуляторами, чтобы бракованная продукция проходила. Ну, по их, по немецким стандартам это бракованная продукция. А у нас, мол, продадим, купят. И они говорят, нет, так не пойдет, у нас же имя, бренд, марка, там все нам нужно, все. Они все настроили, все сделали, но только уехали, все опять стало плохо. И они закрылись, свернули, потому что они не могли держать свою марку, они не могли держать свое имя. То есть они просто бы опошлились и спохабились бы, и подставили бы себя, свое лицо на рынке. Потому что, ну, не получалось. Почему так происходит? Потому что другая степень организации. И знаете, вот это уже совершенно точно достоверная история, которую я точно знаю, что она была. Мне ее вот из первых уст человек, который был лично непосредственно участником, рассказал, как он на заводе, получается, проверял инженер совместно с немецким инженером контролирующим. Проверяли, как проложены трубы.
И в одном месте должна была идти труба, поворачивать под 90 градусов, подниматься вверх, еще под 90 градусов и продолжаться. Вместо этого там получилось так. Идет труба, под 45 градусов поворачивает, вот так идет и дальше пошла. И инженер идет, сверяет с чертежом и говорит, nein, типа, показывает, не так, не так, переделать. Ему говорят, да ладно, пусть будет. Он, нет, в смысле, вот, в чертеже не так, переделать. Ему говорят, ну ладно, но уже сделали, какая разница, ну уже сделали так. Ну пусть уже будет так, зачем отрезать, переделать, варить, там все. Найн, говорит, в чертеже вот так сделано. И у него спрашивают, ну почему? Он говорит, потому что, листает, в конец открывает, и там 9 печатей, там это все прошито, сшито, получается, ну там печати поставлены, там все утверждено, подтверждено 9 инстанциями. Он говорит, вот почему. Вот этот проект, он утвержден, должно быть так. И не твоя работа знать, почему именно так. Откуда ты знаешь? Может, это самый передовой ученый в мире, рассчитывая какие-то завихрения и турбулентности, написал докторскую диссертацию, которая там, вот он именно что-то знает, именно про те составы, которые здесь будут протекать. А здесь будет, допустим, ну, не просто там какая-то, там не газ какой-то будет идти, а либо вода со стеклянными шариками, да, это способ транспортировки стекла по цеху, либо вообще какая-то сложная химическая субстанция. Ну, здесь знают, почему так. Не может какой-то слесарь и сварщик, Вася и Петя, не могут они просто вот брать, вот так переделывать, да ладно, и так сойдет, не твоя работа знать, почему это. И один другого там русские спрашивают, а ты его вообще спрашивал, кто в войне победил-то? Да, говорит, пробовал спросить, ну, при таких же моментах. И что? Да, он, говорит, покраснел от злости, он просто ушел в конец коридора и стоял в воздух там, вот так, сам себе там по-немецки матерился, потому что он не понимает, как работать с этими людьми. Вот, мол, мы же в войне победили, и что теперь? Значит, понимаете, степень организации. То есть, вот этот немец, он встретит другого немца, там нужные люди рассчитали, и они выполнят это точно как надо. Они сделают это как надо. А наши, да ладно, по своему разумению, да ладно, я считаю, что здесь, да при чем здесь ты считаешь? Я считаю. Все. Как, знаете, как свобода слова для сварщиков. Вот я считаю, что можно приварить так. Все, пошел нафиг этот инженер. И когда речь идет о хорах, об оркестрах, о футбольных командах, которые должны побеждать, и о синхронных пловцах, тут, я думаю, много еще кого можно придумать, ну, пока мне это в голову пришло. Все вот эти команды, потому что все названо является командами, хор, оркестр, ну, вы поняли, и так дальше по списку, они являются показателем уровня организации общества в стране. Потому что я неоднократно общался с хоровыми певцами, не как-то специально, предметно, ну просто у меня богатая разнообразная жизнь, я общался как с хоровыми певцами, так и с людьми, которые руководили хором. Также я, ну, с дирижерами плотно не общался, ну так бывало, фразами перебрасывался, там за руку немножко здоровался, ну подробно не общался вот именно с дирижерами об их деятельности. Ну уж с музыкантами, которые играли в оркестрах, я много раз общался. И все знают, что обязательно нужен дирижер, обязательно, потому что, вот знаете, в детстве для меня это была загадка, зачем толпе музыкантов, у которых написаны ноты, какой-то мужик, который стоит и делает вот так руками. Что за бред вообще? Ну, у них ноты написаны, сели и играют, сыграли, как бы получился концерт. Ну, знаете, как бы все же прописано. Симфония какая-то. Ну, каждый свое играет, все получилось. Нет, оказывается, вот если вы только попробуете без дирижера вот так собрать профессиональных музыкантов с мировым именем, ни черта не получится. Ребята, ни черта не получится, понимаете? Окажется, что все равно все тянут, кто в лес, кто по дрова. А если люди там не супер мирового уровня, а что-нибудь такое на уровне городского дворца культуры, то там совсем все плохо, понимаете, совсем. То есть
вдруг оказывается, что один тут громче играет, а второй там чуть быстрее, чуть медленнее, там ударные пошли. Тут, и все вот так разъезжается, расплывается, растекается. Уровень организации не тот. И когда, понимаете, когда нужно сделать какое-то потрясающее, обалденное выступление, ну как эти ирландские... эти степ-танцоры, вот эти, как это все там называется, я забыл, как это называется, там большой коллектив такой приезжает из Ирландии, там гастролирует везде, и они там шикарную большую программу такую оттанцовывают, там групповой очень большой степ-данс вот этот, когда они выбивают чечетку вот эту, очень долго, очень красиво, так это все задорно и харизматично, там ты смотришь и видишь именно высокий уровень организации, как люди умеют сотрудничать, как они умеют это делать синхронно. И, понимаете, качество оркестра, качество хора, качество синхронных пловцов, оно показывает, как в этом обществе развиты вот эти навыки сотрудничества, как это общество умеет договариваться друг с другом. И когда нам показывают какие-нибудь вирусные видео про каких-то сумасшедших китайцев, которые, может быть, видели, я не знаю, по каким тегам искать это видео, ну, в смысле, не про, тоже не подумайте ни в коем случае, не в буквальном смысле сумасшедших китайцев, а как бы в переносном смысле, что они творят невероятные вещи. Показывают, что там такая, в общем, толпа, ну, как бы толпа, больше это выглядит как рота солдат, там уж я не знаю, солдаты они или нет, или кто они вообще такие, танцовщики или какие-то просто тренированные волонтеры. Но вот они таким квадратным способом стоят, получается, квадратно-гнездовым способом расставлены. И еще такая же группа, большая. И они там проходят сквозь друг друга, там как-то по диагонали, как-то там маршируют, как-то пересекаются совершенно невероятным образом. То есть там идет смешивание большой группы с большой группой. При этом они проходят сквозь друг друга под углом и вообще не сталкиваются. Не задевают друг друга. При этом они не вертят головами. То есть там так все выверено, так все рассчитано, что это видео становится вирусным. А почему оно становится вирусным, ребят? Да именно потому, что вы никогда в жизни вокруг себя не видели такого уровня организации. И если вы попробуете собрать свой двор и соседний двор, и их вот так вот расставить и сказать, давайте мы вот так вот будем проходить. Половина будет ржать. Половина скажет, мы вообще просто пришли посмотреть. А если сказать, ну давайте мы им всем покажем все-таки на камеру. Все скажут, ну ладно, один разок-то можно. Соберутся и благополучно врежутся друг в друга, посыпется вот такая толпа. И не получится нифига. И вы никогда не видели вокруг себя такой степени организации. И то, что они такое могут... очень сильно настораживает американские спецслужбы. Понимаете, когда они видят, что в Китае есть такой уровень организации, они понимают, что при каком-то столкновении, при каких-то вооруженных конфликтах, там будет сработано так четко, так аккуратно, что очень трудно будет противостоять этой высокоорганизованной силе. Что если у них люди так могут, то в среднем показатель организованности народа гораздо выше, чем у каких-то пирамидальных людей из Макдональдса. Понимаете, опять же, не хочу никого оскорбить, но все-таки есть, ну, как бы некая разница. Я надеюсь, это ни для кого не оскорбительно. Что все-таки, ну вот при всем уважении ко всем народам, если мы возьмем, скажем, жителей Филиппин, то у них, наверное, в среднем уровень организации, уровень вот этой дисциплины, он все-таки, наверное, чуть пониже. Ну, наверное. И вот где-то выше, где-то ниже. И когда американцы это видят, они понимают, что, ну, сейчас все равно там не про политику, да, но, опять же, вот в Крыму эти зеленые человечки, когда были, которые в полной амуниции, там, с вооружением, но они ходили и вот ничего не делали, но при этом они молчали, и всех это страшно напугало. Как можно быть чисто опрятно одетыми с оружием, но не ходить, не стрелять по всем, не мародерствовать с этим оружием, а аккуратно, красиво ходить патрулировать?
где-то стоять, молчать, ничего не разболтать. Понимаете, местное население все было в шоке. Потому что, ну как это, как можно вот целый день стоять с тяжелой амуницией, не болтать? Ну как это? И действительно все перепугались, никто не ждал такого от России. Мол, российские солдаты, ну окей. Ну и все сказали, если это российские солдаты. Реально по миру пробежался такой холодок. И это то, что нужно любой стране. Чем выше уровень организации в среднем, тем дальше летают космические корабли. Тем тверже керамические пластинки на зубах. Тем лучше вас лечат, тем лучше томографы работают в медицинских учреждениях. И все остальное вообще, все происходит замечательно. И одежду вам шьют с ровной строчкой. И, кстати, и в магазинах вам вежливее отвечают, и сервис, какая-то техническая поддержка. В общем, вся жизнь становится лучше. И получается, несмотря на то, что изначально хор, он существовал как, ну вообще, как, я даже не знаю, как это назвать вообще, что это такое, хор. Ну, в общем, изначально его делали просто из-за художественного, ну из-за художественной составляющей. То, что хоровое пение производит более мощный психологический эффект, это более впечатлительно, это лучше заходит, ну то есть больше как-то восторгает. То есть именно вот из-за художественной составляющей есть пение какое-то, ну как сказать, единоличное, да, какой-то вокал чей-то одинарный. А есть вот хоровое пение, это другое ощущение, окей, давайте это тоже будет. А оркестр изначально существовал из-за того, что при сочинении музыки, ну просто прописывали разные партии для разных инструментов, композиторы в голове все это складывали, как это должно звучать, чтобы так разносторонне, многогранно. И вот люди разные на разных инструментах должны сесть и все это одновременно сыграть. То есть это было именно ради просто красивого музыкального произведения. Но коль уже существуют оркестры и хоры и все то остальное, и вот футбольные команды существуют, то получается их достижение, их уровень качества, то, как они себя проявляют, как они выступают, насколько круто у них это получается, это является прямым показателем, как организовано общество, насколько мы научились здесь выстраивать качественные, эффективные системы. И вот эти вещи, как играет оркестр, как поет хор, как играют футболисты, я думаю, все с болью, да, за сердце взялись сейчас, и как выступают синхронные пловцы, ну, этих ребят, к сожалению, знают поменьше, хотя достойный спорт, да, и, ребята, всем привет, кто занимается этим. В общем, их выступления являются прямым показателем, как у нас все это получается. И нужно не просто внимательно смотреть, как выступают наши футболисты, и какой есть самый лучший хор, и что у нас в среднем с хорами по стране и с оркестрами по стране, насколько они круты на мировом уровне по сравнению с... Нужно вообще об этом думать. Нужно думать о вот этой организации общества, об этом коллективизме, сотрудничестве, о том, как мы умеем ладить друг с другом, о том, как мы умеем объединяться в команды. И, ребята, если мы научимся это делать хорошо, а я прикладываю очень много усилий, чтобы мы научились это делать очень и очень хорошо, то у нас будут самые лучшие футболисты на свете. У нас будут самые лучшие хоровые певцы, ну, хоры, скажем так, в целом. У нас будут самые лучшие оркестры, самые лучшие синхронные пловцы и еще много-много различных еще каких-то проявлений, которые я сейчас не стал вспоминать, утруждать себя. Но вы поняли общую мысль. Давайте к этому стремиться и давайте понимать, какое глобальное значение скрывается за такими, казалось бы, вроде бы обыденными вещами. И если вам доведется побывать на концерте, где выступает какой-то оркестр, а задумайтесь об этом. А почитайте критику, а узнайте, какие есть оркестры лучше, а какой считается самым лучшим, в какой стране, а чем лучше, а раньше как было, а менялось ли это. И вот поинтересуйтесь, ваш мир станет больше, разнообразнее, вы лучше станете понимать, как устроено общество.
Надеюсь, все это будет вам интересно. С вами был Торвальд. Пока.